Всем привет, друзья, всем привет, с меня Дэвид Плюс 7. И это Inscription, опять, да. Мы допройдем эту игру, я серьезно. Хоть хайп этой игры уже прошел, мы допройдем ее. И вот я сейчас понимаю, что надо было раньше снимать видео по Inscription, но да ладно. Когда озеро осталось позади, ты наконец смогла вдохнуть глоток свежего воздуха. Почему я... Женщина, я робот, я не женщина. Нам нужна другая карта. Свежий воздух подарил облегчение, которое тут же сменилось лихорадочным ознобом. Метель накрыла склон, и теперь тебе пришлось ступать наугад. Ты забралась в снежную линию. Странный танец, линию. Так. Зверь. Испытание силы. У трех случайных карт в совокупности должно быть 4 очка атаки. Должно быть 4 капли крови. 5 костей. Что у нас есть? У нас много карт за кровь. Причем некоторые очень дорогие. Я уже даже позабыл, какие у нас карты есть. Счетчик что-то непонятное делает. Бог богомолов. Давай рискнем 4 или 4 капли крови, это будет лучший вариант. Потому что костей у нас мало, а крови как у человеческой особи. Начнется испытание крови. Опа! Победа! И зверь в пещере это вонючий волк! Бессмертный улей и летающий вилорог. Мы это встречали? Вроде да. Что бы взять? Мне кажется, бессмертный пчелиный улей. Прикольно. За тотемом. Там есть еще одно место тотема, но я лучше сюда пойду. Ты подошла к старой решетке по дереву. Она пристально на тебя смотрела. После затянувшейся паузы она начала раскладывать свои фигурки. Здоровяк. В конце хода владельцу карта с этим символом перемещается в сторону изображения на символе, а также толкает все те карты, которые стоят на пути. У нас вроде такая есть. О, лось как раз этот символ имеет. И муравейник. Когда на тоске появляется карта Сентима, получается муравья. Слушай. Прикольная идея. Мы можем ставить белых и сразу же муравьев. Всегда женщина молча собрала свои подделки и ушла. Ну, сражение, погнали. Должны выбить у него как можно больше зубов. Так, смотри. Балдеж. Только сейчас будет не балдеж, но да ладно. Так, сейчас олени вырастут, а нам этого не надо, нам этого не надо. Такс. Пам! Пам! Ничего, получается, 4. Да, вот так. Я хочу получить как можно больше зубов. И давай вот так. Угу. И чтобы остальные стали сильными. Супер!
Смотри. Пам-пам-пам-пам. Балдеж! Капец, как балдеж. О, шкурки, а там я вижу. Лавочница. У меня шкурки. Будь здоров. Спасибо. Так. Ладно, у нас все, на что мне хватает. Благодарствую. Я же забыл, как их надо озвучивать. Вроде как же так надо озвучивать старого. Лестница по дереву выглядела опечаленно. Почему? Ты уже набрала слишком много деталей для тотема. И не могла взять... Да, блин! Я хотел символ для бессмертия взять, или... Что-то типа этого. Символ Ураборуса. У нас бесконечные белки были бы. Она указала на мерзкое существо, что притаилось неподалеку. Амальгама? Смотри. Я понял. Если мы набираем... Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Больше семи, я так понял. То нам вместо деталей дают амальгаму с случайным символом. А амальгама, если что, сочетает в себе всех животных, скажем так, все семейства. Поэтому эта белка тоже на нем будет работать. Ты наклонилась, чтобы положить ее фигурку в свой рюкзак. Поднявшись, ты обнаружишь, что старушка исчезла. Ну, тотемный зверь. Мне кажется, это честно. Мы тоже используем тотем. Значит, ему можно. Вот я же говорил. Ага. О. Давно говорящие карты не попадали в колоду. Стопы. Давай-ка. Четверочка. Опа! Бог богомолов, зашибись. Да блин, не зашибись. Нет. Давай, амальгама, ты сможешь. Вынеси их. Опа! Лавочница. Ты принесла мне шкурки. Зайчьи шкурки. Что это что еще? Что за щупальца? Возьмем это. Прикольно. И давай еще оленя возьмем. Волчьи шкурки. Что это за... Кентакли, а? И что это? Счетчик. Зеркоч... Зерко... Я не могу сказать. А это что? Звонарь. У меня есть выбор. Либо взять новую карту, которую мы не брали, либо одну из этих двух. Абсолютно бессмертный код. Который... Я даже скриншот делаю, смотри. Абсолютно бессмертный код. Вот. Которым мы можем пожертвовать... Вроде 9 раз. И если ее кто-то убьет, она возвращается к нам. Опарыши. Они появляются, когда карта умирает. И если опарыши умрут, то они возвращаются к нам. И вот либо новая карта. Что бы взять, а? Знаю, пчелиный улей у нас есть. Кошка нам, возможно, не нужна. Так что либо звонарь.
Я бы так не называю, потому что имя этой карты нет. Там просто щупальце. Либо опарыши. У нас есть опарыши, кстати. У нас есть опарыши. Ладно, возьмем звонарь. Замечательное предложение, благодарю. Рюкзак. Как раз нам нужен предмет. Ой, о нет. Трогать нельзя. Что? Это мы смотрели бутылку? Да. Ласка губ с ним. Что это? Я возьму это. Подожди, в этой штуке должно быть описание. Ладно, во время битвы посмотрим. Опять вонючие птицы, да ладно? Амеба. Угу. Вот звонарь, как раз проверим, что оно делает. Вот я могу прочитать описание. Провал. Пользователю ничего не произойдет. Это банка со слизью. Никому не нужна. Кстати, смотри, это единственная картинка. А, нет, не единственная, сори. Почему, когда я иду в эту сторону, картинки не появляются, а в эту появляются? Это баги игры. Уж протестируем, а? Давай. Я серьезно, не трогай это. Эта вещь абсолютно бесполезна. Я пока положу ее на ту полку. Советую не обращать на эту вещь внимания. А мы обратим. Ладно, давай пока что. Рабочий муравей. Потом мы поставим звонарик, чтобы знать, что он нужно. Что оно делает. Там написано колокольчик. Нарисован. Может, что-то с колокольчиком связано, а? Если что, я так сделал просто потому, что не кости нужны. Давай где-нибудь. Я хочу тут поставить амебу, чтобы она била по птицам. Значит, сюда. Три. А тут. Тут достигнул, значит, четыре. Он бьет четыре. Я вроде помню, что. Четыре, три, два, один. А, либо чем ближе он к колокольчику, тем больше урон наносит. Да? Вроде да. Что с этим делать? Значит, вот так. Не, мы пока не проиграем. Теперь. Опа! Опа! А, да блин. Два. Да, реально. Чем ближе колокольчик, тем больше урона. Тут он два наносит. Плохая у нас карта. Она будет перемещаться с одной стороны на другую, и показатели будут перемещаться. Дай сюда. Кейси. Вот эти двое у меня есть. Кейси. Мы ее брали? Это не я. Это не я. Я на English language пишу свое имя. Не английская раскладка. Это карта, которая была до нас. Она неплохая. Я могу, вот смотри, смотри. Вот тут до нас было 4 фигурки. Раз, два, три, четыре, а эти два с другого прохождения. О,
Кстати. Здорово. Как он разговаривает. Так кто ж только болтать может? Невыносимая боль. Даже после стольких лет. Что тебе нужно? У меня нынче мало причин жить. Ну, понимаю, в банке жить не очень... О, звуки. Понимаю, в банке жизнь не очень прикольная. Может, еще что скажешь? Пусть этот кинжал найдет свою цель. Опять нож? Это тот нож. Будь храброй. Давай еще. Вот, прикольный звук был. Проигрыш у рыболова облегчил мое страдание. У него какие-то счеты с рыбаком были? У меня с этим горе-рыбаком свои счеты. А, да. Он смог меня одолеть. Но еще не все потеряно. Давай еще. Стопай, Крифтин. Невыносимая агония. Ты Уильям Афтон? Ты Спрингтрап? Кстати, так как это уже почти финал. Да? Да, стоит. Все уже знают про эту фишку. Если поставить часы на 11, колечко подошло на твой палец. Это должно показываться в более поздней ситуации. Но... Ну да. Дальше у нас либо потеря одной карты, либо слияние символов. Давай поставим черного козла на пчелиный улей, а? А? И что? Опарыши на гризли давай! Это будет прикольно! Так, кому дать символ? А, нет, это кто умрет? И кому дать символ, это верхнее. Я не могу дать символ тем, у кого он уже есть. Значит, гризли. А умрет. Опарыш. Глаза горят у Мишки. Так, финал. Мы, наконец, можем победить этого босса. Посмотрим, кто это, кто, что будет во второй стадии. Фух. Густой дым. Ты узнала знакомый вид и запах пушнины. Но в самом охотнике что-то изменилось. Некогда дружелюбный мужчина теперь пожирает тебя стальным взглядом. О. Боюсь, сегодня мне придется освежевать тебя. Амеба, шипы. Так это мы знаем. А, у нас для этого есть бог богомолов. А, нет, у нас есть. А, нет, я не могу. Давай сюда. Амеба требует больше костей. А вот и как раз волчья шкурка. За смерть карты мы получаем волчью пушнину. Надо избавиться от лягушек.
Я слышу звуки. Ты слышишь в этой музыке звуки того, как кто-то что по дереву режет? Так, теперь смотри, это все умирает. Мы получаем 4 кости. Получил шкурку. Ловушка. Гость. Волчья шкурка. Жаба ворон. Так, нужно уже что-то делать. Давай. 4. Урон сразу. 4. Нет, больше. 6. Не. Ладно, 4. Волчья шкурка. Почему мне выпадает из муравья волчья шкурка, а? Слушай, тактикой муравьев мы сможем победить. Отличная тактика. Просто ставим муравьи. Все остальные карты, да? Пофиг на все остальные карты. Муравьи. Да блин! Одной не хватит. Ну ладно, ставим. Эй, наконец-то посмотрим, что этот кинжал делает. Так, что во второй фазе? Наконец-то! Посмотрим! Шикарная пушнина. Ну, круговорот не остановить. Давай меняться! Так это, оказывается, одна и та же маска! Мамма мия! Мы этого не знали, так? Сильные карты. Из них я возьму только лучшую пушнину. Бери кого можешь. Но помни, оставшиеся карты будут сражаться за меня. А, то есть у меня несколько раз. Два, три, четыре, пять. Пять пушнин. Я могу 5 карт взять. А, так вот почему волчий пушнин. Потому что за волчий пушнин можно купить карту с дополнительным символом. Ну давай все на первом ряду украдем. А эти карты мне останутся, кстати. Я бы брала другие. Ой, да кто бы говорил. Так, ну давай это. И посмотрим, что делает кинжал. Стоп, что? А! Везде циферблат вырвали. Где половина экрана не вижу. Циферблат вырвали. А, нет, тут точно человечек. Глаз! Человеческий глаз вырвали. У нас 4 заполняет. Ничего себе. И что мне дальше придется вот так быть? Да будет свет. А я не вижу. Возьми, тебе устроит что-то из этого. Лучше б глаз новый дал. Слушай, лучше б глаз новый дал. Да, дитя 13. Не-не-не. Да-да-да, везде 13, прикольно. Лучше б глаз новый дал. О, а это пошустрее. Хочешь верь, хочешь нет, но ты не первая, кто лишилась глаза. Лишился здесь глаза. Да. Да ладно. Полуслепой играть не очень весело. Быть может, ты хочешь новый глаз? О, что? Это похоже на козлиный глаз. Я возьму это. Что это? О, глаз читера. Я вижу все символы. Найди спасение. Часах с кукушкой. А где вы? Лучше? В любом случае, выбор окончательный. Ты слышал? Это в другом правой стороне там что-то светится. Подожди, я хочу встать со стола. Расправившись с охотником и лавочницей, ты продолжила путь. Вдалеке замерцал свет. Конец был близок. Один момент. О, это же дом. Подожди, я хочу встать. О, я вижу.
Не открывать. Подожди, а что он скажет? Он же про нож говорил. Неужели? Ты нашла ока хозяина? Хозяин? То есть хозяин меня видит? Магнификус, вы меня видите? Вы меня освободите? Ах, я видел, как ты применила этот кинжал. На секунду мне показалось, что я не один в этой вечной агонии. Я даже не закричал. Но этого поступка благая цель. Эти штуки пропали, привык, наверное, к ним. Теперь мы на шаг ближе к спасению хозяина. Что тут происходит? Вы мне можете? Ты мне можешь объяснить, почему у тебя глаз какого-то хозяина? Оп, опять зубки появились. Ты мне можешь объяснить, почему тут глаз какого-то хозяина? Что это? О. Что это? Там что-то моргает. Малорослый волк. Возьми пленку, пока он не видит. Давай! Что ты там делаешь? Повернись лицом ко мне. Что это? Что ты там делаешь? Ничего, 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 ничего. Что это? Малорослый волк. Про него вроде говорил. Клоп, вонючка, где? 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 Почему у тебя зубы гуманоидовые? Его глаз нет, это его глаз? Так, ладно, стопэ. Слияние символов, предметы. Какие слияния символов? Передача символов, предметы или лавочные. Лавочности нет, так что пойдем сюда. Мне два предмета не хватает. Ну, ножа нет, так что плоскогубцы. Ну, давай, черная коза. Финал. Твой взгляд приковала маленькая хижина. Ее свет стал для тебя маяком в гнетущей ночной тьме. Наверняка, наверняка эта хижина положит конец твоим мучениям. Я мог разделить это видео на две части, чтобы уже в следующей был конец, но нет. А тут я не могу пойти дальше, да? Я не могу в другие стороны смотреть. Я не могу пойти. Ой! Я вроде знаю, тут есть какая-то прикольная вещь. Вроде доспехи какие-то. А, вот. А? Доспехи какие-то, да? Пещера вроде. О. А можно я не пойду, а? Вдруг как какого-то йети. Вот, кстати, один. Да, вот, показывается. В нескольких шагах от хижины тебе был уготован шанс. Я не даю свои дары кому попало. Если пройдешь мои испытания, получишь почетную награду. А, это как те испытания со зверем. А, так вот почему-то в пещере. Испытание шкур. Одно из трех случайных карт должно быть пушнина. Не думаю, что это может... Можно провернуть, так как перед входом твоей хижины есть лавочница. Кстати, как она работает, если лавочница уже все? Испытание раритета. Одно из трех случайных карт должно быть редкая карта. Испытание проворных. Одно из трех случайных карт должно оказаться... У одной из трех случайных карт должно оказаться символ бегунов. Я могу посмотреть, каким... Я не могу... А, так вот почему это испытание такое. Я не могу... Я книгу не могу использовать. Я не могу посмотреть карты. Я пытаюсь, Серёна, я не могу. Смотри, слышишь? Я не могу. Ну ладно. Давай раритет. У меня вроде редких больше, чем бегунов.
Да начнется испытание раритета. Опа! Во! Ах, бездомный крот, редкая карта. Победа! Блин, мы так и не выяснили, что делать остальные потери. Ты получишь один из моих драгоценных даров. Здоров. Здорово, типа, здорово. Карты способны изменить исход игры. Тебе даже не придется искать их в колоде. В смысле? Дар леса. В начале каждого раунда на всех ячейках владельцы будут ставить пихты. Дар повелителя костей. Дар повелителя костей. В начале каждого раунда дается сразу 8 костей. А, так мы эти карты уже... Дары. Вот, кстати. У нас вроде были скром дар повелителя костей. Он давал вроде одну кость в начале. Я так понял, это не будет, потому что это великие дары. Дар сорочьего ока. А, сорок... Сорок... Вроде у нас была карта сорока, да? Карта... Когда настанет время взять новую карту, можно выбрать любую карту из своей колоды. Очевидно. Я так понял, эти карты для постоянного использования. Повторим это еще раз. Я не по умолчанию активирована, где книжка? Испытание... плавниковых. У одной из трех случайных карт должна оказаться символ амфибии. Так это переворачивается. Испытание кольца. Если в своей колоде есть кольцевая карта, ты моментально проходишь испытание. Испытание крылатых. У одной из трех случайных карт должна оказаться символ летунов. Кстати, теперь ты понял, почему мы взяли кольцо. Мы... Вот тут показывается, как достать кольцо. Если вот ты наденешь кольцо на клешню, палец... то это поможет моментально пройти испытание. Да начнется испытание кольца. Или нужно взять Урабороса, или тут есть еще одна карта, кольцевой червь, она бесполезная, но для этого испытание подходит. О, красивое у тебя кольцо. Разумеется, ты проходишь испытание. Выбери сама свой дар. Лес мы знаем. Дар козьей крови. В начале каждого раунда на доске будет лежать черная коза. Кстати, какие тут есть еще дары? Посмотрим. В начале каждого раунда одна кость, мы знаем. 8 костей. Лес. Коза теперь мы знаем. Сарчевок знаем. Дар амбидекстер. Амбидекстрии. В начале ходом можно взять сразу две карты. А дальше вот эти товарищи. Ну, слушай. Давай 8 костей. Нет, кровь. Возьму козу. Она будет на столе лежать. Материнская плата. Тебе удалось получить оба моих дара. Я редко это говорю, но я впечатлен. Ты была достойной соперницей. Но, к сожалению, скоро я предам тебе смерть. Передам. Ну ок. Видео уже долго длится, но мы должны это сделать. Здрасте.
надо за скриншот это превью, превью. Ля ты леший, слушай. Реально леший, у него грибы, листья. Бородатый. Почему ртом не говорит, я не понимаю. Глазами говорит. А ты не торопилась, как я вижу. Что не дождусь новой игры. Готова играть? А я не могу. Я могу только начать. Я могу только вперед. Надеюсь, ты хорошенько подготовилась. О, кольцо на текстуре. Быть может, добавим еще одну на всякий случай. Нет! Стой! Да блин! Луна. Маски. Он нечестно играет. Я благодарен тебе. У тебя все хорошо. У меня все очень плохо. Я застрял в теле горностая. В теле на игровой карте. Я вижу. А я, разумеется, придумал, как можно еще раз бросить игру. Продолжай. У нашего игрока уже есть ключ. Что тут происходит? Почему он читерит? Почему там луна? Почему маски? Я не понимаю. Зато Настя малорослый волк. Он на одну атаку слабее, но при этом дешевле. Да начнется игра. Сейчас тебе звездец будет, старик! Или кто ты там? Бям! Ха-ха! Няхахар! Вот тебе, дед! Ловко защищалась от редких существ. А вот только редкими надо. Но испытание. Истинное испытание ждало впереди. Перед тобой появились темные силуэты. В их глазах виделось не только осознание родства, но еще и глубокое чувство вины. Они тебя предали. Другие люди. Эту карту я часто вспоминаю с теплотой. Реджинальд моментально убивает Луи. Взять кого-то, взять. У нас есть Кейси. Так. Давай посмотрим, что делает счетчик, а? Тут рука. Хотя нет, не сейчас. Сейчас нам надо разобраться с предателями. Не понял. Стоп. Это я? Там был я? Это я! Это нечестно. Я эту карту даже не использовал. Так, звонарь. Что он делает? Это что-то никто. Счетчик, да? 4. Он бьет столько, сколько у меня карт в руке. Давай мы чуть-чуть поможем.
свежее. Все не свежее. Трудно выбрать. Там кто, подожди. Да кто там? А сейчас возьмем что-то за кости. Что у нас есть за кости? А ничего, все фигня. Так ты нашла малорослого волка. Я видела эту процедуру несколько раз, что теперь столько раз, что теперь знаю, когда план вступит в силу. Поторопись. Каминский. Бесполезная карта. Дай вот так. Новая рука, не то. А, не-не-не. Сейчас проиграю. Моя. Нет. Я не должен проиграть. Что делать? Это все, что я могу делать. Я проиграл, кажется. Кейси. Предательница, она же у меня в колоде была. Даже он понимает, что сейчас будет еще менее плохо. А давай. Вот так. Пачам бы нет. Нет. Где это? Сражаешься. Нет, я так долго сюда добирался. Ты долго сюда шла, да. Я обосрался. Не я. Пожалуйста, продержись немножечко.
Хочу сувенир на память о тебе. Да ёпарасоте, ладно, в следующей серии мы, я за кадром, скажем так, дойду до него и разберусь с ним. Твоя карта смерти. Начнем. Цену. Две кости, почему нет? Две кости это немного. Амеба, две кости. Силу и здоровье. Не, ну ты издеваешься, да? Ну давай я тут. Сила 0, в смысле. А, символы. А давай бессмертный. Или не, крот и толк, нет, бессмертный. А у нас был 6-9? 9. Вроде не было. Приготовься. Тебя ждет смерть. Ты готова? Но главное, мы пленку забрали, да? Твой предшественник был так близок. Сомневаюсь, что ты сможешь его пересилить. О! На что ты смотришь? Смотри на меня! Этот гадкий малорослый волк. Ты правда хочешь оставить его у себя в колоде? Меня это немного злит. Но раз эта карта в колоде, она в ней и останется. О, нож! Все. Да я, а что нам скажет? Дело сделано. Хозяин свободен. Значит, конец близок. Если Магнификус свободен, то мы точно близимся к концу. О, так у тебя в рукаве запрятано кое-что особенное. Не бойся, я тебя не сдам. Это просто, ну... Тебе просто нужно заполучить его фотоаппарат. Может, если ты его одолеешь, у тебя появится шанс... А, да, я вижу, ты нашел кое-что особенное. Теперь тебе нужно как-то этим воспользоваться. Я видел, как соискателям удавалось дотронуться до его легендарного фотоаппарата. Ну, только после того, как они его побеждали. Срази его еще раз. Этого должно хватать. Но даже не подозрев... Он даже не подозревает, какой козырь у тебя в рукаве. Ну, ладно, я... Он будет о нем тоже говорить. Фух. В следующей серии мы его победим. С вами был я, Дэйпро7. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, писать комментарии. Если не хотите, можете не писать. Если хотите, можете писать, да. Да, с вами был я, Дэйпро7. Всем удачи и всем пока.